Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 48 на странице 35 учебника по русскому языку для второго класса автора, для третьего класса автора Климанова. Спешите, разделите слова в загадках на слоги. Не забудьте про отгадки. К нам приехали с Бахчи полосатые мечи. Это арбузы. К нам приехали с Бахчи полосатые мячи. Арбузы. Синее платье, желтая подкладка, а все вместе сладко. Это слива. Синее платье, желтая подкладка, вместе сладко. Слива. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео решения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.